Новый герой нового проекта Метаверс. Шиба Бэтмен. Суперсил. Пает всю свою силу в своей решимости. Но прежде небольшой дисклеймер. Это видео не является финансовым советом. Прежде чем принимать решение об инвестировании в какие-либо проекты, всегда проводите свое собственное исследование. Это единственный способ сохранить и приумножить свой капитал. Новый герой нового проекта Метаверс. Шиба Бэтмен. У них нет суперсил. Он черпает всю свою силу в своей решимости. Нет сомнений, что это будет новый фаворит мира криптовалют – Илон Маск. Шиба Бэтмен – это токен криптовалюты, вдохновленный токеном Шиба и супергероем Бэтмена. Шиба Бэтмен был создан на Binance Smart Chain как токен BEP20. Запуск в доллар Шибам. Разработка сайта. Сообщество и учетная запись в социальных сетях. Листинг PancakeSwap. Листинг Hatbird. Белая книга доллар Шибам. У нас есть технический документ, в котором говорится о летучих мышах и Бэтмене Шиба. Пожалуйста, узнайте о нас и о летучих мышах. С многочисленными влиятельными лицами и командой маркетологов, которых нет ни в одном другом проекте, мы в Defender of Doge планируем не только перенести этот проект в другую галактику, но и создать дом для всех создателей. Наши услуги, которые мы будем предлагать, помогут восстановить доверие к миру криптовалюты, предоставив другим проектам шанс пойти по правилам. Defender – это первый кросс-чейн фарминг ассей сервис DAO в Binance Smart Chain. Наша цель – оптимизировать эффективность ведения сельского хозяйства во всех цепочках, предлагая простой и недорогой доступ к DeFi 3.0 для всех. Мы занимаемся сельским хозяйством для вас, используя отражение и обратный выкуп в интересах держателей, создавая устойчивые долгосрочные ценовые действия. Кроме того, мы являемся первым FASDAO, предлагающим дополнительные услуги, включая децентрализованный запуск токенов, листинги, а также аудиты безопасности внутри и вне сети. Средства от всех этих услуг также будут использоваться для обратного выкупа, выращивания и маркетинга для поддержки токена DOD. DeFi 3.0 демократизирует выращивание урожая, чтобы каждый мог получить выгоду быстро, легко и безопасно. На DOD покупает 10 USD покупателей DOD отражается пропорционально всем держателям токенов. При продаже DOD 5 USD от продажи в BNB переводится в кошелек для фарма слэш обратного выкупа. Кроме того, при продаже DOD 5 USD от продажи в BNB отправляется в маркетинговый кошелек. Это стимулирует и вознаграждает долгосрочных владельцев. Мы занимаемся сельским хозяйством и используем прибыль с кошелька для поддержки ликвидности токенов и ценового движения. Мы используем маркетинговый кошелек для развития нашего сообщества и наличия DOD. Инвестируя в экосистему DOD, мы делаем за вас тяжелую работу. Все, что вам нужно сделать, это расслабиться и смотреть, как растет ваше вознаграждение. Defender – это первый кросс-чейн фарминг ассей сервис DAO в Binance Smart Chain. Наша цель – оптимизировать эффективность ведения сельского хозяйства во всех цепочках, предлагая простой и недорогой доступ к DeFi 3.0 для всех. Мы занимаемся сельским хозяйством для вас, используя отражение и обратный выкуп в интересах держателей, создавая устойчивые долгосрочные ценовые действия. Кроме того, мы являемся первым FASDAO, предлагающим дополнительные услуги, включая децентрализованный запуск токенов, листинги, а также аудиты безопасности внутри и вне сети. Средства от всех этих услуг также будут использоваться для обратного выкупа, выращивания и маркетинга для поддержки токена DOD. DeFi 3.0 демократизирует выращивание урожая, чтобы каждый мог получить выгоду быстро, легко и безопасно. На DOD покупает 10 USD покупателей DOD отражается пропорционально всем держателям токенов.